такой продюсер и почему он должен понимать работу каждого члена съемочной группы? Почему кинопродюсер – это настоящий супермен на съемочной площадке? Для чего вообще существует кино? Участникам Зимней детской киноакадемии рассказывает известный продюсер и режиссер Алексей Петрухин. Кино – это не одно из самых сильных искусств, как говорится, проникающих. Это самое сильное, потому что кино доверяют все. Продюсер вовсе не тот человек, который дает деньги. Это очень распространенное заблуждение, говорит Алексей Петрухин. Продюсер – создатель команды. В начале проекта функции продюсера на себя может брать даже актер или оператор. Главное – должна быть идея. А дальше два пути. Либо привлекать в команду специалистов за большие деньги, или вдохновлять команду, чтобы каждый радел за успех предприятия. 7 из 10 идей могут не дожить до сценария. Нужно учитывать каждую деталь. Я хочу научиться снимать качественное кино с интересным сюжетом, с профессионалами, которые могут дать советы. Я, когда планировала снимать свое кино, думала, что это немного проще, что детали не очень важны, но после того, как я послушала видеоролики, поняла, что на деталях нужно очень внимательно останавливаться, продумывать, чтобы не было внештатных ситуаций. Сюда я приехал, чтобы попробовать себя в роли режиссера, потому что я мечтаю, чтобы это стало моей будущей специальностью. В финале важный совет от именитого кинематографиста. В кино нельзя ставить себя в рамки. В кино вы должны реализовываться. Кино – это эмоции. Эмоции в каждой секунде. Тогда ждет успех. Киноакадемия – это и есть кино, это проект, это же отдельный проект. У вас же все то же самое. Вы же сначала писали сценарий, сначала у вас была идея, потом у вас появился сценарий, потом вы начали готовиться к этому, искали деньги, людей, кто это будет делать, потом вы его реализовываете, потом у вас постпродакшн. Вы садитесь, смотрите, что же произошло в итоге, и потом это доносится зрителю. Потом приезжают сюда следующие зрители, которые также проходят весь этап. А кино должно что дарить? Вдохновение, образование и объединение. Все это три слова, которые киносмена, киноакадемия, это вдохновение, образование, объединение.